А спонсором сегодняшнего ролика является крупнейший сайт HealthStore, который существует с 2015 года и сотрудничает с такими известными вам стримерами и блогерами, как Дося, Каравай, Диана Райс и многими другими. На сайте есть два основных режима. Классический, в котором я сейчас нахожусь, и CoinFlip. В классике все довольно просто. Чем выше твоя ставка относительно общего банка текущей игры, тем, соответственно, и больше у тебя шанс на победу. Таким образом, можем сейчас увидеть, что текущий банк составляет $98, а мой шанс на победу всего 44. Однако у меня все-таки получилось выиграть, несмотря на не самый высокий шанс. Давайте попробуем также сыграть в режиме CoinFlip. Сейчас я попробую выиграть этот нож. Шансов у меня, по идее, должно быть чуть больше. Опа, сюда, плюс нож. Парни, также не забывайте, что на сайте есть еще множество приколюх, например, апгрейдер, в котором вы сможете апнуть свой скин более топовый. Также здесь есть халявные розыгрыши и ежедневные призы. Также у HealthStore существует множество вариантов пополнения, начиная с обычной карты и заканчивая криптокошельками. Кроме того, по моему реферальному промокоду FreakFamily вы получите $2 к себе на баланс. Теперь партнерки, у меня нет смайлов. И мне ребята придумали новый смайл, такой с глазиком, красивый. Еблан? Это мой смайл. Это твой? Да. Слышишь, я похож, кстати. Спасибо. Не стой так лонг, тебя сейчас одной унесу. Понял, рандом боевал, блядь. Это будет шорт, скорее всего. Интересно, кто... Слышишь, а кто там колет, интересно? Да никто там не колет, блядь. Они молча играют, думаешь? Это мясо, конечно, они просто, блядь, будут вываливаться. Ну, пистолет играется как за 3 раунда, можно сказать. Слушай, блядь. Ебать, потеют, сука, ля! Вафли 2, сука. А чё так долго, реально? Смотрите, чешу, бороду, они выходят. Еблан. Нет, не выходят, блядь. Мария, сейчас я выйду, почешу носик, они выйдут. Давай. Не вышел. А лонг, если? Нет. А, лонг кидает! Бомжихи, блядь! Ой, блядь, куда вы вышли? Ебать, они там раунд заколили. Блядь, полчаса нахуй играли, блядь. Мы со скаутами? Да, со скаутами. Конечно, со скаутами. Ебать, конечно, со скаутами, блядь. Конечно, блядь. Все, давай. Я беру, короче, с ящика шорт. Сейчас чел выходит, он меня не видит, я ему даю въебало нахуй одну. В тильте ливают, все. Смотри. Смотри. Показываю. О! Лонг вышел, лонг вышел. Вышла, нет, это Наташа вышла. Нет, одну только Наташу видел. Яму падала, по-моему, яму падал. Двое меня. Где? Лонг, лукок на старте. Дай взорву. Давай. На, нахуй! Сюда, блядь! Ни копейки, нахуй! Ни копейки, блядь, не получите, нахуй! Закупайся, блядь, закупайся, нахуй! Бля, со скаута грязь вообще сейчас буду делать, нахуй. Полнейшую, блядь. 2 секунды, нахуй. 2 секунды, блядь. Больше чем нужно, блядь. Давай, шоу. Бля, мне их жалко стало резко. Тебе главное инфу получать, я световую буду тебе давать. Световую. Дай флеш. Даю верхом. Оп, пикнул. Молодец. Ебать. У меня 2-я. Дегла, 2 гол. Стой. Я просто лучший из дренатчиков сейчас нахуй. А когда у чат, когда боевая флешка прилетела, она в жизни закрыла глаза? Ты, она фулл флеш стояла, чтоб ты понимал. Ну так это вверх флешка. Да? Да. Там надо шансы, блядь. Я сейчас шорт убью, я жду, когда шорт, короче, выйдут, и это вообще тильт будет полный. Вот когда они шорт умрут, они сейчас ливнут, смотри. Ебло Наташа! Дядь, это вообще пизда! Это вообще пизда, нахуй! Я один сейчас просто флешей в Киеве! Пили, смотри, сейчас за колы сбегу! Бля, ебать, ты, сука, с гантелем в жопе сидишь, играешь, нахуй такой заряженный! Чтобы вы понимали, я в другой магазин сбегал, нахуй, который на районе, блядь! Один из быстрейших сейчас, блядь!
Бля, надеюсь, сейчас еще раз так пикнуть. Это вообще угар, пиздец. Сейчас вдвоем, смотри. Смотри, сейчас вдвоем нашел. Смотри. Платишь? Сашку надо? Не. О, боеву жестко пикнуло очень. Жестко сейчас пикнуло? Ага. Я попал в нее... Этом. Хаем. Нормально раскинул? Ты что-то раскинул? Да, одну даю. Одну даю. Одну даю. Могу флешку дать. На, нахуй. Оп, нахуй вышла. Это первая. И вторую не вижу, брат. Бля, может за раунд им по 5000 платить? Не. Не даю вантап. Я хуйсос. Вантап дигл. Ну. Флеш дал тебе. Флеш дал налево. Я хуйсос. Фу, блять. Подожди. А кто первый из них делает скилл? А сколько у них урона, кстати? 15-30. Я не знаю. Ну, мне еще не наносили пока урон. Ну, я тоже еще ни разу не умер. Нет, так по мне не попадали ни разу. Бля, ну раундов 5. Слушай, у тебя тоже ногти грязные, пиздец, да? Нахуй ты смотришь? Ой. Тихо. У меня ласт. Флешку дал. Тыкай. Шорт не пройдет. Брат, ты сейчас умрешь, брат. Брат, ты сейчас умрешь. Я взорву. 3, 2, 1. Пока. Что за хуйня? Я не взорвал. Молик дал. No zoom. Блять, как так-то нахуй? А где она поставила? А как она? А, ей молик еще и жопу поджег. 2500 за раунд. Да это не будет, тут ни одного раунда не будет. Да нет, да ты рофлишь. Не будет, я тебе говорю. Да нет, это невозможно. Скаут, ты скаут разрешил, я боял минус 90. Ну давай, ты без скаута, иди нахуй. Нет, ты же сказал со скаутом уже. Ладно, next карта точно без скаута. Next карта, давай, next карта only deagle играем. Хорошо, играем only deagle. Ты это мы въебем. Ты заебал хихикать, а чё мне, блядь, сидеть нахуй, хоронить кого-то или чё? Не надо хоронить, надо хоронить. Так, смотри, они уже 3 раза пикали шорт, я 3 раза их убил на шорте. Как ты думаешь, они пойдут еще раз шорт? Почему у тебя 100 хп? Мне кажется, они с предохранителя забывают оружие снимать, охуеть. Они вообще не стреляют. Не знаю, может, они хелка. Потому что против нас 2 агента играют, понимаешь? Забывают. У меня еще стройка за окном. Ну, пожалуйста, дайте... Ой, блядь, убили, слышишь? Два там? Нет, одного видел. Фу, я пойду по пиццу. Я сейчас взорвал ее. Да нет, у них шансов нет, блядь. Типа, мы не платим 1000. Так, я никогда не принимал лонг. То есть я ни разу со скаутом не становился лонг. Скорее всего, сейчас чел должен добежать на лонг. И я его должен встретить в голову. Попал. Ой, у меня время кончилось. О! Там есть калаш. Она без армора, без армора, она без Смотри, армора. Смотри, чисто для твоих зрителей, поехали. Давай. Оп.
Не, ну, слышь, Вать, чисто для моих зрителей то, что 1000 стоило. Да похуй, у тебя есть 1000. Не, ну 1000-ку я найду, думаю. Ну надо было разок повыебываться. Ну чтоб. Ты понимаешь, нам надо было дать им одинаковую, чтобы они нашли свою игру. Да, согласен. Все. А прикинь, сейчас будет 8-7, нахуй. Нормально? Ну, семерик. Ладно, тоже согласен. Выебался 92. А все больше не выебусь. Все больше ни одного раза не выебусь. Я белый. А я? Мне нужна помощь. Там нет никого. Мне нужна помощь. Смотри, лонг, смотри, лонг. Даю жесткий флик. У них смог. Разрывная. Юморис, юморис, ржак. Попал. Спасибо за донат. Нихуя такая, пиздец. Да блядь! О! Спасибо огромное, брат, за 100 рублей. Бля, с таким смоком, спасибо. Конечно, только посрать скорее. Потом, мне кажется, увидят нахуй, блядь. Не, ну за ТЭ... Ой, за КТ они могут раунду взять. Блин. Что-то я сейчас расстроился, то, что я раунд отдал, я теперь в тенте. Да, за 1000 рофлишь, похуй. Ну так чисто, по 500 рублей залутали. Я хочу вам тап дать один. Долго там стройка будет идти, нахуй? А! Я уснул, погоди! Пизда мне! Я тебе флеш, да, спину дал? Да я ушел, я что-то вообще что-то уснул. В яму упадет, скорее всего. А, меня убили, брат. Я разберусь. Вблизи, возможно. Так, тебе надо пикать по-любому. Ну, у меня 20 хп. Я-то пикну. Ой, хорош. А там же, скорее всего. Вытянул. Она просто префит КТ, нахуй. Ну да, бывает. Ты заебал, можешь сэмкой играть. Просто у меня 20 хп, я думал вантап дать и все попробовать. Минус 2к. Ну, мы, по сути, проебали из-за тебя. Ну, по факту сейчас. Я сейчас хуйню сделал полнейшую. Я убил Авик сейчас. Авик убил? Авик? Может, они подумают, что ты с ССГ, и они думали, что можно с Авиком? У меня два, у меня. Мне пизда, я умер. Один лохп. Блять, а как они так быстро вышли? Хорош. Это фулово. Хорош. Я бесшумный убийца. Фу, блять, как жарко, ебал его рот нахуй. У меня вообще заебись, кстати. Конечно, когда кондиционер нахуй должен был до кондиционер. Два штучки, блядь, блядь. Так. Серьезно играй? Я играю серьезно, максимально. Вышли. Две? Ну, не знаю, одна точно вышла. Они решили на шорт не ходить, походу, да? Я дам смог шорт. Год 2 скаута? Не, я не хочу, мне не нравится скаутом играть. Скаут это охуенно уже. Базар. Разрывная! Юморис! Скажи, что Иван Беляев лох, пожалуйста. Спасибо большое за донат. Ой! Блять! КТ упало. Ah!
Браво! Блядь! I don't long смотришь, я нахуй выхожу, у меня Кент уже близко к КТ стоит. Я смотрю, смотрю, я же близко не могу смотреть, брат, понял? Чё сейчас вы... Я сказал спасибо за донат, я... Там чел задонатил, чтобы я кого-то оскорбил, нахуй мне это надо, спасибо за донат. Спасибо за донат. Бля, они три раунда взяли, это сейчас мы пиздец поел. Че, 2.5? Че, 2.5? 2.5? Че, 2.5? А, 2.5, я думал 2.5, я нихуя не слышу. Я нет. Флешку даю. Давай. На нахуй. Уехали, блять. Фу. Ты можешь занимать сейвовые позиции, я буду накидывать одну флешку, ты будешь убивать. Ну, типа... Пизда. А, чтоб ты понимал, они могут забрать пистолетку. Да, это минус 3 уже. Не, не минус 3. Мы Галилу возьмем, я думаю, мы играем. Я стою на флешке, короче. Нет никого. Нет никого. Ну как так, я не пикнул шорт, они не пошли шорт. То есть они пошли шорт. Я иду. У меня две флешки есть, я сейчас могу... А, на Б, брат. Понял. А это раунд считается? А? Ну я... Не знаю. Да нет, по идее, для ставки не считается. Подожди, я сейчас молик дам. А, слева стоит, слева, двое слева. Нет, модеры, это ставка. Минус 64, минус 50. Это не считается раунд, типа у них 3 раунда, можно сказать. Не считается. Фу, ебал жопу нахуй. Как вариант, мы можем просто пойти на Б. И сравняем, типа, этот раунд. Да не, нет, просто они-то пошли на ластовом, а мы пойдем на пистолетке, где это типа пистолетка нихуя не за один идет. Не, не надо, похуй. Просто не считается и все. Почему или в маске у нее операция была? Сыграй лонг, сыграй лонг. Окей, окей, понял. Бля, я пачка, пачка. Окей, окей, окей. Ой, бля, испугался нахуй. Забей, я удалил нахуй с этой игры. Бля. Им еще надо 2 раунда взять для ставки. Не-не. Может, next карту мы онли диглы попробуем, не хочешь? Проебем. Ну и похуй. Ну, конечно, можем по приколу, но... Ты, ну, типа, если ты хочешь въебать 1012-13 за карту. Если не 16, то тогда можем, конечно, все равно. Мне кажется... Ебать, Юля в ебальник прилетела одна на нахуй. Бля, я думал они... Мираж потом играем? Может, да. Мираж? А что, Мираж сложно будет, пиздец. А что им играть тогда? Ну, какой-то оверпас, я не знаю. Я думаю, из них... Инферно какой-то, где они будут просто бегать. Инферно, они могут очень много раундов взять. Не-не-не. Я не знаю, как они будут играть Мираж вообще. Кажется, им инферно вообще нарил. Может... Инферно это не нарил, блядь. Она тачка? Я подожду ее в спине. Зарежу. Мне кажется... Она меня услышала. Бля, ну это в ее раунд. Да не, да выйди и убей. Я ее хотел зарезать. Так не, выйди на лонг и ее убей. У тебя уверенность должна быть, брат. Уверенность, понимаешь? Выйди прям жестко и поставь одну. Как скажешь. Давай, вышел жестко, уебал ее. Скорее всего, может, яма будет. Нет.
слева, наверное, слева, наверное. У меня тут слева? Нет. Она с бокса выбегает на плюс В. А где пачка, алло? Она шорт пошла, я тебе клянусь. А, она сидит, блядь! Я хотел зарезать, сори, я раунд ебал. Похуй. А, ты ее резал уже? Угу. Блядь. Я сзади нее шел и сделал шум, она услышала меня. Понял. Не, 4, не, не, ставку не закрывайте, алло, 4, 4 раунда они взяли, не закрывайте ставку. А какой процент на то, что они возьмут 5 раундов? Я не знаю, я не смотрел. Понял. Биналонг, блядь. Но у меня, блядь, они там близко заняли под молек. Че, ты боишься? Она заняла бокс. Смотри, сейчас прочекает, подумает, что я ушел. И побежит к боеву. Не-не. Да-да-да, смотри. Что? Она с бокса вернулась, так это, чтобы дать эту хаешку, с учетом того, что у меня упала там пачка. Чего нахуй? Не, ну Юля это, блядь, 1000 IQ, всё. Нахуй. Все, чел, я затильтил. Да похуй, нормально. Я затильтил с того раунда, в котором они пошли на Б. Все, я аккуратно сейчас выйду. Пиздаем нахуй. Бля, а почему она сейчас не поджимает? Что? У меня коцаная. Она попала по мне с скаут. Суки, я сейчас скаут возьму, нахуй! На, давай, давай свапимся, я тебе дам скаут. О, дай мне скаут! Да, да, да. Дай мне дил. Я тебя сниму. Юля поджимала, могла вернуться уже. Могла. Смог дали. Я фул. Такой смог дали, блядь. В сайде. Блядь! Минус 50! Тихо, 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 я понял. Прям в лицо сидит. Сейчас мне нужно префом Наташу убить. Двое в сайде, если чё. Она где-то вот тут. О, попал! Двое лохопа! Вторая точно лохопа, да? Минус 40 примерно. Я с дигла один шот дал. Ну ты ее убьешь на... На тычку. На тычку со скаута. Сидела в лицо, да. Что? Умница, блядь! Бля, как они это въебали? Так, ладно, я сыграю со скаутом. Давай, давай. А то они что-то слишком сильные, блядь. Это 5000, да, не золото, Алёжа? Я могу тебе галиль дать. Не-не-не-не, не хочу, не хочу. Галиль это жимба. Да не, залупа ебаная. Флешку могу очень жесткую на шор дать. Я на ноге вылетаю еще. Только в бок чуть-чуть, посмотри. Смог нормально положить? Да, сейчас вообще ровно. Можем не могу помочь, кстати. Ладно, похуй. Я жду боевого сзади. Блять, боевого вышла, я. Она на шифте вышла. Она со спины уже? Блять. Так голову Наташу задавим. В сайде. Бля, лохопе, лохопе! Хорош. Видел. Ползет, сука, крадется, блядь. Блядь, ебаный таракашка, блядь, сука. Как ты ползешь, блядь? Не, ну 5 раундов они взяли, блядь. Угу. Нихуя себе, блядь.
Ну смотри, один раз я выебнулся на лонге. Проебали раунд. Один раз, два раза я хуйню сделал. По второй раз я пытался зарезать, мы проебали раунд. И третий раунд они взяли на Б. То есть так было бы 16-3. Ну... Вблизи прям! Ох ты ж, блядь! Меня так унесло! Слышал? Ой, погоди! Молодец. Ебать, я пострелял, ёбан бобан, блядь! Могло бы 16-3. Ну 5000 лутали, похуй. Ты нас перекинул? Да. Мы можем, в принципе, если мы прям фул запотеем, мы можем выебать. Смотри, единственное, что нам нужно делать, это играть не быстро, то есть безумно медленно и прочекать все позиции. Они будут стоять. Они очень много так играют, что они типа стоят на точке. И типа так мы будем убивать. Если мы будем спешить, мы будем все проигрывать. Понятно, что? Разрывная! Да. Юморишь, юморишь, ржака! Иди. Нихуя не слышишь. Передай Вилону, что он бог скаута. Сервера. Это минус 1000 уже? Это так что? Минус 1000 было? Спасибо огромное за донат, Вилон бог скаута, спасибо. Это я уже 6 должен? Так. Похуй, давай. Слушай, сейчас будет сложно. Ну похуй, переключимся на автоматы, блять. Не, ну это тогда ненормально. Почему? Это некрасиво. Ставка где? Я не знаю, поставлю модерацию ставку или нет. Голова один. Ну, блядь, минус 50. Тихо. Угу, я понял лучше. Ласхит. Да, ласхит по ней, ласхит тебе надо дать. Тихо. Сейчас мне спину обходит, чел мне. Так, ласхит. Ласхит и вантап один, и все. А, и все? Так, это халявный раунд. Так, она будет, скорее всего, стоять в КТ в пленте. Мне нужно пить. Когда он тут будет здесь стоять? Я не понимаю. В чем прикол? А? А? Мне кажется, яму могла занять. Бля, ебать анлаки, нахуй! Я даю минус 90, я ей минус 50 дал. Ебать анлаки, я видел. Обидно. Это уже... 7000. Так, ладно, нам надо гранаты. Нам надо гранаты. Я сейчас дам голову гранату. Смотри, я дам голову смог. Угу. Побегу ковры. И чувак, который играет в пленте. По-моему, с джангл кинул. Mm-hmm. Под стерсами. Я понял. Убил. Близко, близко к яме играет. Хорош! Хорошо. Вебка, да ебал я рот этой камеры, нахуй. Смотри. У нас будет очень долгая игра, нам главное не спешить. Нам надо стоять, прям ждать, прям по полтора часа, пока они выйдут с этих позиций. Я коннектор сейчас пойду. Коннектор на шифте пойдет. Играй пить, пожалуйста. Ага, хорошо. Только пить тебе нужно какие-то движения там делать, потому хотя бы постреливать. Инфа какая-то есть? Да, близко, близко и стерса. Ой, близко и КТ, близко и КТ. Я понял, все, все, все. Я в коннектор зашел. Мне надо, чтобы ты как-то пострелял, чтобы я прошел с коннектора. Да, побачу. КТ убил. Понял. Нихуй на побайтил, братишка. Под стерсами, под апсами, может быть. А это боевал? А на сайде! Молодец, молодец. Блять, это же боевал нахуй. Он только сайт играет нахуй. Да.
Сложновато. Чел пишет. Так, ладно, я сейчас, короче, себе накину две флешки. Попробуй пикнуть боевую, которая пробегает на голову. Только аккуратно. Она не пробегает. Она пробегает. Каждый раунд пробегала, сколько хрилки. Я один раз купит. Да, пробежала. Не вижу. Ну, с ТРС. Хорош. Близко к яме, близко к яме, с дробовиком. Разрывная. Юморис, юморис, ржака. Нахуй ей маска. Всего кукентика. Ты ей челюху СМС. Да, дробовик брать после жиглов, это, конечно, вообще пиздец. Это очень жестко. Как думаешь? Какой шанс, что мы это пустим? Я думаю, она в яме справа сидит, нахуй, и все. Или в нычке вообще в саде, слышишь? Ой, лучше, блядь! Хорошо. Какую челюху я снес, никому ничего не стащил. Спасибо за один чер. У нее операция была просто. Так, я могу дать еще раз смок. Я могу дать смок? А, не, нахуя КТ. Блин, тут надо головы только смог давать, по сути. Только смог головы, все. Бля, ты топ-кон смог, знаешь? Не. Бля. Стерса прошел, Стерса. Надо быстро, чтобы мне тикток кто-то скинул, топ-кон смог. Где? Это что? Сайты к тебе пошла под стерсами. Тихо, все ждем. КТ? Ебать, что? Ты сказал близко. Так она близко была. Одна близко, вторая сайт, нахуй. Я бежала в моменте, когда я слева стоял. Боже, блядь. Я вообще не ожидал. Это сейчас плохо было. Come on, let's get this started. Они так и будут играть КТ, зная, что мы можем кон ходить. Надо реально смок кон надо давать. Топ кон надо смок найти. Да-да. В интернете, в ТикТоке сейчас, блядь. Я убил. Хорош! Блять. Бля, я сейчас пачка буду ебать опасно. 9к? Так, нет, ты... я не 9к въебываю. Я ищу сейчас. Я въебываю 8000. 5 плюс 3. Смок. Вебка. Топ-кон. Мираж. Давай. Можно я квадрат временно не буду убирать и слишком долго времени тратить на это? Так, нужно настроить, поставить вот сюда. Похуй на квадрат. Ок, спасибо. Лоха по одна, минус 50. И значит близко играть, близко, скорее всего. А нет, подобса... Я кинул топ-кон, по-моему. Я не знаю, все, брат, все, я убил. Я выиграл раунд, я выиграл раунд. Нет, хуёво. Блядь, справа смока. Тут, да? Нет, внизу, около джангла. Подожди. А сей хае дома находишь? Это лево для меня? Ладно, не важно. Она ж сюда не может пройти? Может, но, по-моему, решетку не разбивали. Могла бежать вообще фул.
Угу. Но я решетку не слышал, говорю. Со стерсов, по-моему. Еле нахуй затыкал. Умничка нахуй, бля, я заорал за... Я заорал замученным микрофоном нахуй. Ты как бы дал, но вроде он кривоватый был. Что, ку? А кто зарейдил? А кто зарейдил? Быстрее! Ты нажал, не попал опять, сука! Сейчас я, все, я понял, сейчас сделаю. Сейчас тут хочу. Блять, ну что ты делаешь, нахуй? Она пушит дальше. Я думал, она справа стоит прям. Вот если бы ты не думал, блять. Они начали агрессивно играть. Думаешь? Да. Так, еще раз проверяю смог топ-кон. Я не понял, только там надо на контроле идти или на шифте. На контроле, наверное. Блять. Сейчас. Чат, на шифте дается топ-кон или на контроле? На контроле. Дал топ-кон, брат? Сейчас я проверю. Надеюсь, тут никого близко нет. Хорош! По-моему, попал. Слышь, по-моему, попал. Попал, ебать! Сюда, нахуй, жди меня. Ну, жди меня! Блять, я хотел уйти уже, блять, она близко яму заняла. Ладно, сейчас будет легко все. Она будет думать, что я дальше буду играть с коннектора. Она думает, он же не конченый, чтобы, блядь, вот так нахуй отыгрывать против. И вот тут стоит, да? Нет, хорошо. Под коврами, значит, возможно. Оп, тут. Мне кажется, вообще КТ. КТ? Угу. Мне кажется. А под апсом чего? Ой. 20 секунд. КТ, походу, реально. Я не понимал, где она. Я не могу. У меня в голове не стакается, где она может быть. Бля, это очень сложно. Угу. Не, да нам надо вместе выходить. Давай, 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 давай. Я убил сейчас одного, и нам надо реализовывать преимущество, понимаешь? Сейчас. Смотри, я дам сейчас. Блять, я опять нахуй не то нажал.
подожди. Близко могут занять. Два молика дали, сайда кидали. Все, заебись. Я иду ковры, мне похуй. Давай. Все, иду ковры. Не дали смок. Смотри, ты сейчас должен стреляться, а я выхожу в смок. Давай. На шифте. Близко заняла. Может быть, запушат, как думаешь? Я думаю, нет. Ну, пикни. Ой, бля, Хьюстон, у нас такие проблемы. Ладно, вроде кажется, не так сложно сейчас будет. Главное, чтобы она не подумала, что... Блять, Макс, возьми АКАТ, ты шарофлишь? У нас договоренность играть с Диголом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, по идее, я сейчас выхожу. Она прошла уже, блять. Охуеть. Пошли, пошли, пошли два конца играем один раунд попробуем. Они заебали, они просто все дают нахуй в ковры, поджимают ковры, близко занимают яму. Тут, понимаешь, тут, типа, очень сложно, потому что нужно думать, что делает вторая команда. А понимать то, что делает вторая команда, это практически невозможно. Я тебе топ-кон дал, подожди. Играй по топ-кон смог. По идее, я его попал. Мне пизда. Меня запушили. Близко. Конечно, я упаду, блядь! Минус 50. Так, хорошо. Хорошо, один есть. Видел. Ой, блядь. Значит, так стало, что я голову сразу не увидел. Ебать. Не, а я увидел, что она сразу, типа, смотрит кон. Надо было убивать сначала боевую, короче. Она на первом тайминге всегда чекает коннектор. Да, дай. У меня. Боевал минус 40 где-то. На нахуй, вантап. Охуеть. Да, Дигл, это очень сложно. Но ладно, мы перейдем за КТ, будет попроще. Вот понимаешь, мы играем типа за Т, за слабую сторону, у нас есть калаш, а мы играем с Диглом, типа. Поэтому это вообще пиздец. Так, короче, смотри, мы сейчас даем две хаешки в коннектор. Я даю последнюю. Я дал топ-кон, и мы две хаешки в коннектор даем сейчас. Хаешку, хаешку, погнали. А где топ-кон, смог? Слева! Она справа стоит! Туда нельзя. Я знаю. А будет где-то рядом играть. Думаю, такого не додумается. Блять, ну как? Блять, она еще сотая была нахуй. Два хита минус 90 или сколько? А, я в нее один раз попал? Голову смог сейчас дам. Смотри, ты сейчас дам голову смог и дам флешку на выход. Жди, жди это. Смотри. У тебя молик, да, лежит? Да, у меня молик и две хае, блять. Близко. Они тоже дали флешку, они близко будут стоять. Она близко стоит. Все, жди, жди, ладно, жди. А у тебя есть флешка еще одна? А, нет. А, ковры, по-моему. Думаешь?
По-моему, да. Либо на коврах. Смог расселся с Терса. Подожди, сейчас я моли дам. Минус 80. Близко яма играет. Я два хита я дал. Точно минус 80. Ну, я вроде и два хита должен был дать. Видел! О! Она реально обошла все! Так, ладно. До когда будет проще? Согласен. Она обошла, потому что она знает, что в Скобров лучше играть. Я буду плентить бомбу, и типа она мне... Ну да, это я понимаю. Сейчас за КТ будет проще, брат, не расстраивайся в одном все времени. Коннектор посматривай. Давай. Не вижу кон. Хорош, умница, лучший. Смотри, они сейчас будут много делать глупых мувов. Очень много глупых мувов. Не трать главные гранаты. Я даю смог каждый раунд в пит. Угу. Понял? Угу. Ты даешь смог в коннекторе, ты бегаешь коннектор. Даешь смог правой кнопкой в ступеньку. Понял это только? Это справа. И чекаешь, они тебя не будут видеть. Я хотел просто подсошку сыграть близко яма. Ну, ты будешь пушить, нас будут убивать, бро. Понял. Нам умирать вообще нельзя. Ты коннектор не пошел, да? У нас минус позиция, бро. Ладно, я забыл. Кон есть! Убил! Еще! Молодец. Молодец. Дал тебе флешку. Смотри, сейчас флешку даю. Не пикай вообще. Не играй вообще. Понял. Ты уверен, что еще когда? Апсы! Апсы! Не-не! Я дам олик! Что у тебя с инфой надо? Ты знаешь, как выглядит два человека? Два человека это типа как... Да, брат, я знаю. Но мне могло показаться, ёбаный стыд. Бывает же, либо услышал. Я в спине. Я 20 хп, если что. Бля, ну Юля будет просто жать смог. Тихо. Ей нужно плантить бомбу. Я, блядь, наизусть знаю, нахуй, как Юля играет уже, блядь. Они будут играть очень долго, но... Типа, за КТ, я думаю, все будет намного легче. Я предлагаю сейчас, смотри, знаешь, что сделать? Да. Я сейчас бью смог, и мы две гранаты даем в пит. Давай, мне давай, кажется, давай, давай, хотят, давай, типа, давай. Давай, типа, закупимся и вылетим просто пит. Так. Я продлеваю смог яму. Продлил. Мне кажется, под коннектором играют. Угу. Умничка! Пачку у тебя, да? Апсы! Уверен? Да! Умница, блять. Ну так проще, да. За КТ, конечно, попроще будет. Ну хуй знаешь сейчас. Может, дать тебе в крысе? Может, тебе скалу дать? Да не, ты все, это вообще тебя. Так, я сейчас, смотри, я сейчас дам, подбегу смог. Подходи вблизь, и я побегу дальше. То есть ты не играй агрессивно, потому что я побегу назад покупать еще моли, понял? Потому что я купил две флешки. Я фул. Я хай даю. Я тоже даю. Вышло. Убил. Пачка. Я тебе вглубь даю молик. Вглубь прям. Можешь играть за смоком. Играй с тобой. Умница, блядь. Она не попадет, скажи.
Хотя ладно, она попадет. Я сейчас вспомнил 2 на 2. Не, она вообще ебет нахуй с этого дигла, блять. Так, есть одна проблема. Я так. Случайно не купил смок. У меня есть смок? Да, я там. Ты нормальный дашь, да? Да. Если там будет сель, ты же понимаешь, что я у тебя между двух зубов первых передних я сделаю. Понял, вопрос тебе. Не, там ёб. Смок ты даешь? Ты гонишь, это идеальный смок. Там щель, козлина. Чел, тихо, смотри сейчас. Вот там есть справа. Ай, блядь. Уйди. Дай инфу по коннектору. Жесткий молик сейчас дал. Давай, я дам инфу. Нет коннектора. Вышел! Один? Да. И один коцанный. А я не видел, я только... Смотри, короче, прикол Миража в том, если ты палишь свою позицию, им же проще играть. Ты кинул гранаты и стой на шифте, ты бегаешь кругами. Они выходят на звук, стреляют. У них же оружие хорошее. Ты, блядь, мне так непривычно играть в АФК, мне так хочется агрессивно играть, я прям не могу, блядь. Какую агрессивность? С чем? С диглом? Ну, типа, ты просто умираешь. Понял. Похуй, буду сайда стоять. Хай, даем? Давай. Я сайда сыграю. Я сайда буду просто смотреть тебе кон. Все, я сыграю. Давай. У меня есть флешка, я тебе могу флешку дать, если надо. Не переживай. Сейчас у меня просто чел придет. Этот. Ковры, я его убью. Я тебе продеваю смок. Давай. Вышел! Вышел еще! Тихо. Там же. Я дал молик. Ты попал прям молик. Она горит. Коцана. Умничка, блядь! Блин. Короче, я могу коннектор занимать, если ты будешь аккуратно играть в пленте. Окей, давай. Давай, я коннектор. Но меня сапсов могут ёбнуть, я ничего не сделаю. Не могут они тебя ёбнуть сапсов, потому что у тебя есть смок. Я тебе даю смок. Понял. И типа ждешь какое-то время, и там через 15 секунд давай себе смок. Я фул. Я дал молик. Ой, я дал хая. Смог себе кинь в апарте. Да, я кину. Вышел яма. Один? Да, одного только видел. Хорошая флешка. Меня пушат. Убил. Хорош! Жалко, мы ножи проиграли. Еще было бы все по-другому. Да, могло быть вообще там нахуй 15-0, мы бы на уверенность собрали раунд, и мне не пришлось бы 16 тысяч донатить. Ну, видишь, ты просто поторопился. Типа, ты в пит запошел, они тебя убили на крысу. Да, тоже верно. Но... Да я не спорю, хаешки пит сейчас не даем, потому что они постоянно знают, что мы хаешки пит даем. Потом, да. А там смог апсей. У Юли уборщица убирается. Можешь как-то коннектор мне инфу дать? Давай. С калашом, что ли? Не, ну я не играю с ним, просто у меня есть и все. На нахуй. Вышло! О! Молодец. Гайка? Какая гайка, блять? Открыто отвлекаю Наташу просто. Да на ней стрим снайпит она, блять. Блять, надо смог купить, а то у меня вот две флешки. А, это так не работает? А, не работает. Здорово, Аня. Я здесь смотрю яму и посмотрю коннектор. Коннектор! Коннектор вышел. Блять, я проебал. Один раз не пошел, блять. Под флешку пикай, тебе надо прям пикать. Уже заняли. Молик есть, брат. Блять. Попробуй наш. Молодец. 2 патрона, релот и выиграешь раунд. Да, там без шансов. Да не, были шансы, вообще легко. Я просто один раз не пошел в коннектор. Мы ебали раунд.
Дашь смог? Да, конечно. Так, я подождал. Сейчас будет играть коннектор опять, скорее всего. Мне коннектор получилось очень жестко задать. Почекай мне коннектор инфу. Чисто тебе не вижу, играть. не вижу. Могли выйти яму. Коннектор не вижу. Коннектор не видел. Я перестал смотреть коннектор. Возможно, яма уже вышел, Тетрис. Да, да, я тоже. Я пикану под флешку. Не надо. Вышел, да, Наташа была. Я умер почти. Там же. Умничка, блядь! А, это Юля была, нахуй. Так, смотри, можем, короче, знаешь, что сделать? Ты хочешь запушить палос? Хотя на, пизду, мне не... Не-не, пизду с диглом и балай рот, нахуй. Да не, я думаю, что они просто палос не пойдут сейчас. Поэтому ты бы прям в спину пошел. Ку БГ? Кто такой БГ? А, братишки гей. Ты просто на инфу играй. Понял. У меня нет слов просто. У меня нет слов даже малейших. Ты сейчас слушаешь двух самых мощнейших. Ты бы видел, что сейчас только что было. Братишка, да это легкий раунд. Верю. Это прям вообще easy раунд. Так, мне нужно повести с Наташей. Я должен найти Наташу очень быстро. Вайола будет играть в сайте. Быть. Две пули. Ебал рот. Ой, блять, это 18 тысяч, да, уже? Ну ладно. Если еще сейчас третья карта будет, это вообще пиздец. Хотя, думаю, без третьей. 1-1 и все, нахуй, ебал рот. Не будет третьей. Согласен. Желаю мне удачи. Да, брат. Я тебе могу флешку накинуть через верх. Ты что мне нужно накидывать? Понял. Накоцал? Очень жестко. Понял. Одна, 20 хп. Коннектор, поглядывай просто и все. Я молю тебе дал. Погляду. Кон вышел, кон вышел! Юля вышла! Съебалась нахуй. Тихо. Сейчас стой, просто коннектор. Умничка, блять. Чтоб ты понимал. Че? Она стоит, короче, целится, как скидать смог. Я выхожу, целюсь ей в голову, а она не знает, как кидать смог, и она ходит лево-право. Я просто целюсь ей в голову, стреляю в голову, она так лево так просто. Еще молик дам, скорее всего, буду быстро играть. Давай, я фасхае дал. Брат, коннектор вдвоем будет. Кон не вижу. Смог голову, флешка! Да, двое, два, вышли, вышли! Вышло! Блять, минус 50! О, ебать, она мне на скейте въебала, нахуй! 19 тысяч. Сейчас еще допы будут, вообще пиздец! Ой, бля, нахуй я это сделал? Пиздец, сори. Я такую хуйню сейчас сделал.
Хорош. Лучше, блядь! Умничка, нахуй. Один раунд, сейчас заберемся. Так, ладно. Допы, не, вообще ебанулись, блядь. Допов не будет. Коннектор смотри. Подгорела одна. Подгорела. Угу. Смотри, один пит уже по-любому. Кон вышел! Хорошо, хорошо. Съебалась нахуй. Флешку дал. Не, не буду, не буду, не буду, не буду. Что? Ну как легкая? Они все равно 19 тысяч залутали, блять. Ну, блядь, ты сказал с деглами. Ну да, я а, сам, я сам. С деглами тут вообще в ноль было бы. Да я понимаю, поэтому я и сказал. Плюс 19к. Спасибо большое, что пришел на стрим. Пожалуйста, мне не сложно. Алло, поздравляю. Алло. Плюс 19 тысяч, поздравляю. Спасибо. А как игралось? Нормально. А вы потели на второй или нет? Ну, как? Да.